Библиотека номер 18 Северного округа поздравляет школьников с началом учебного года и предлагает сыграть вместе в игру «Пушистые друзья книжных героев». Вам предстоит вспомнить 10 самых любимых детских книг, где у главных героев есть домашние животные или сами главные герои являются домашними животными, и вспомнить некоторые их интересные особенности. На каждый вопрос будет отведено 30 секунд. За это время вам нужно выбрать правильный ответ и дождаться результата. Желаем удачи! Ну что, готовы? Мы начинаем! Пудель Артемон у Мальвины был очень ухоженным, с красивой стрижкой и бантом. А что он носил на передней лапе? Серебряные часы, колечко с ключами, кошелек с монетами. Правильный ответ – серебряные часы. Все помнят, что у Элли из Канзаса был песик Татошка, а у одного из главных злодеев Урфина Джуса тоже были питомцы – медведь и филин. Имя у птицы было труднопроизносимое. Какое? Гуакамалекинг, Гуамаколатокинд или Гуамакококинд? Гуамаколатокинд. Кот в сапогах очень изобретательный. Что он первым делом подарил королю от своего хозяина? Форель, кролика, утку. Кот в сапогах подарил кролика. У всех детей обычно кошки или собачки. А вот Эмиль из Лёнеберги, герой Астрид Лингрен, завел себе поросенка. А как его звали? Пятачок, свинушка, свинушок. Свинушок. В сказке про конька-горбунка Иван получил в подарок настоящего друга. Ростом тот был в 3 вершка с 2 горбами. А что еще было у конька необычного? Оршинные уши, очень острые копытца, длинный тонкий хвост. Оршинные уши. Каштанка – хорошенькая рыжая собачка, на долю которой выпали интересные приключения. А какой она была породы? Помесь шпицы и дворняшки, помесь таксы и дворняшки, помесь лайки и дворняшки. Помесь таксы и дворняшки. Алиса, отправляясь в страну чудес и падая в кроличью нору, вспоминала своего любимого питомца. Какого? Кошку Дину, собачку Долли, морскую свинку Бетти.
кошку Дину. Молодой домашний гусь Мартин в книжке о приключениях Нильса Дикина гусяня. Чем он отличался от стаи? Он умел есть только домашний корм, мог спать только на сене, он был белым, а остальные серыми. Мартин был белым гусем. Отважный мангуст Рикки-Тикки-Тави – сам главный герой. И все-таки у него была любимая семья людей. Как он попал к этим людям в дом? Он забрался в сумку хозяйки на рынке. Они спасли его после наводнения. Случайно упал с крыши в каминную трубу. Рикки-Тикки-Тави был спасен после наводнения. Почему своего котенка в историях Свена Нурквиста о Пэтсоне и Финдусе хозяин назвал именно так? Его принесли в дом в коробке с надписью «Финдус» в честь друга молодости. Это было первое, что пришло в голову. Котенка принесли в дом в коробке с надписью «Финдус». На этом наша игра закончена. Интересно знать ваши результаты. Хорошо ли вы знаете пушистых героев? Ну а если результаты вас не порадовали, вы всегда можете обратиться к любимым детским книгам и прочитать еще раз о приключениях главных героев и их питомцев. Спасибо за игру, всего доброго и удачного учебного года!